В Википедии написано, что вы через полгода работы на канале, то есть вот своей первой работы, вступили в конфликт с программным директором и покинули канал. Кто это программный директор, где он сейчас и что был за конфликт? Я, если честно, не помню. Не помните имя? У него очень было... Нет, я помню, у него была очень такая фамилия очень интересная. Сейчас уже не вспомню. Но история не сохранилась. Но я помню, как мне... Я на самом деле, я считаю, что это мой конек, импровизация. Я не могу работать по написанному тексту. Я постоянно путаюсь, повторяю. А кто прошу... по знаку, извините? Водолей. Понятно. Прошу еще раз... Да, это все про меня. Прошу еще раз дубль и прочее. Поэтому я люблю импровизировать. Ну, так устроен мой мозг, что я умею это делать. То есть вот болтология – это моя наука. Я умею сплетать слова, да, в какие-то мысли, в какие-то слова. И поэтому... А там требовалось... Напишите заранее тексты, мы должны их заверить. А почему вы будете говорить это или вот это? И я встала, говорю, я? Потому что я хожу в прямой эфир, и я не хочу говорить что-то, что кто-то там написал. Или я вам заранее... Я не могу заранее. Как я могу заранее? Я вот стою и говорю. И вот это был как раз конфликт. И сказали, что, знаете что, давайте-ка мы ее... И меня немножко сначала отстранили, потом опять пустили в эфир, а потом я сказала, дай черт с вами. И, в общем, как-то мы так разошлись с каналом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».